Многоцелевой быстрый исследовательский реактор или МБИР – уникальный строительный проект. Над его созданием трудятся ведущие ученые, инженеры и машиностроители. Новый реактор должен обеспечить атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Это позволит решать широкий спектр исследовательских задач, которые в будущем станут основой для создания новых безопасных ядерных энергетических установок. При этом исследования на новом реакторе можно будет проводить в несколько раз быстрее, чем на его предшественниках. Конечно, это очень такой центр притяжения, который не только для Ульяновской области и для Приволжского округа, но и в целом для страны имеет огромное значение. Не только с точки зрения создания рабочих мест, но и с точки зрения перспективы развития атомной промышленности как на одной из передовых и наиболее технологичных отраслей. Предполагается, что МБИР придет на смену широко востребованному реактору БОР-60, который уже более полувека работает на площадке научно-исследовательского института. Сегодня на строительной площадке трудятся более 1500 рабочих и инженеров, а общая стоимость работ по проекту превышает 130 миллиардов рублей. Параллельно работают над созданием инфраструктуры для персонала и участников ядерно-инновационного кластера. Алексею Русских и Игорю Комарову представили проект нового жилого квартала малоэтажной застройки на 132 семьи. Расположен компактно микрорайон соцгорода западного микрорайона. То есть в данном случае здесь имеется полностью современный детский садик, который мы реализуем программу совместно с госкорпорацией «Росатом». Есть самая лучшая школа, непосредственно 13-я. Жилой квартал, который получил название «Поселок ученых», занимает площадь в 12 гектаров. Строить дома будут вплоть до 2025 года, а первые постройки сдадут уже в декабре 2023. Анна Тищенко, Улправда ТВ.